Привет, детишки. В предыдущей серии Лоренс Лимбургер похитил мэра Чикаго с помощью чумазоида и его наемников, переодетых мышами байкерами. В результате мышей байкеров ложно обвинили в похищении. Но Лимбургер на этом не остановился. Большой босс осуществляет собственный план уничтожения всего города Чикаго. Первым делом он разрушает местный алмазный фонд и похищает алмазы. Зачем? Это сюрприз. Сюрприз. Но есть одна крошечная проблема. Их подружка Чарли подслушала, что мэра держит пленником на заброшенном складе металлолома, негодяйка. Она предупреждает никудышных грызунов, и те спешат на помощь, но мыши-байкеры вскоре понимают, что попали в ловушку животные. Ладно, чумазоид, давай договоримся. Ты отпустишь даму, а мы сдадимся. Хорошо, согласен, идет. Этому сальному пятну нельзя доверять, он обманет. А у нас есть выбор? Соображаешь, зубастик безмозглый? Выбора-то нет. А ну, наручники. Ладно, чумазоид, ты взял нас. Отпустить девушку? Сейчас же. Эй, я, знаете, мне не нравится ваш тон. Я, пожалуй, поменяю решетку, то есть решение, мальчики. Наденьте на красавицу модные браслеты. Похоже, обещание быстро выветрилось из его пустой головы. Придется ему напомнить. Непременно. Как насчет ручного маневра номер 5? Может, лучше номер 3? Я в нем так круто смотрюсь. Номер 5, Винсент. Вперед! Моя любимая книжка «Сказка о двух гусях». Отцепись от меня, костолом! Меня тошнит от таких уродов, как вы. Вам мама никогда не говорила, что пушка не игрушка? Пораниться можно, вы меня поняли? Или нет? Мудро. Я буду вежлив и попрошу еще раз, смрадная тварь. Отпусти даму. Нет, ни за что, грызун несчастный. Винни, давай. Промахнулся, мышонок. Но иногда ты ловишь мышей, иногда мыши ловят тебя. Есть контакт. Все, уезжай отсюда, Чарли. Без вас я никуда не поеду. Чумазоид нарушил слово, но мы свое сдержим. Он представитель закона. Надо брать отсюда мотоциклы, пока он не очнулся. Где эти подлые грызуны? Все будет в порядке, поезжай. А, попались. Ну, сбежать хотели. Да, ты настоящий блюститель порядка. Мыши-байкеры с Марса. Зловонное правление мыши-ненавистника, часть вторая. Автор сценария Ив Форвард. Продюсер и режиссер Том Татаранович. Лимбургер! Повелитель, какой неприятный и какой восхитительный сюрприз. Да, а где же традиционное плутаркианское приветствие? Если честно, ваша начальственность, я что-то не в настроении. Шива! Булка к булке. Вонь смешаем, плутар крепчает, галактика мельчает. С формальностями покончено, а теперь позвольте узнать цель вашего звонка, ваша чрезмерность. Это была дружеская проверка, Лимбургер. А все же я завтра приезжаю. Надеюсь, ты уже начнешь эксплуатацию недр к тому времени. Да или нет? Извините, ваша обильность. Но в чем дело? Я посадил мышей в тюрьму, босс, и вот что я вам скажу. Продолжай, Лимбургер. Ты упоминал о каких-то проблемах. Кажется. Проблемы? Нет, ваше благоразумие, никаких проблем. Совсем никаких. Напротив, я намерен положить весь город Чикаго прямо к вашим зловонным ножкам. Ну что ж, мои поздравления. Молодец, но предупреждаю, Лимбургер, не смей меня обмануть на этот раз.
Карбункул! Вы звали, ваша перезрелость? Да. Как там наша бурильная машина? Она почти готова, ваша сочная мясистость. Осталось найти для нее оператора, имеющего опыт в подземном бурении. Я предвидел гениальный ход ваших мыслей и уже нашел его. Ваша порционность в индивидуальной упаковке встречаете. Туннельная крыса. С ума сошел! Еще одна мышь! Мышь! Это мышь, а я крыса. Я ем мышей на завтрак. Да. Мне нравится, Митростроевич. Эти гнусные мерзавцы, ваша честь, похитили глубоко уважаемого мэра, взорвали алмазный фонд, незаконно проникли на территорию металлургического завода, еще захватили магазин игрушек, да-да-да, и сопротивлялись аресту, я требую в общем пожизненного заключения для них. Черт, его показания такие же грязные, как он сам. Это нечестно. Я не потерплю несправедливости. Что ты будешь делать, друг? Ты же не юрист? Нет, но я видел все серии «Закона и порядка». Трижды причем. Ваша честь, у меня есть возражения. Да, и какие? Ваша честь, поскольку алмазный фонд подвергся разрушению задолго до нашего там появления, совершенно очевидно, что мы попадаем в категорию «постом интропиком», то есть не несем ответственности. Вы хотите сказать? Более того, мы находились в процессе проведения спасательной операции. Он всего это в телевизоре нахватался? Жаль, рекламной паузы не будет. Из всего вышесказанного ясно, что не мы захватили данный магазин. Это противоречит фактам. Следовательно, мы невиновны. Ваша честь, на этом и защита все. Да, блестящее показание. Наверное. Суд признает всех троих невиновными. Вы свободны, прошу вас. Ребята, я старалась, но так не нашла вам адвоката. Адвоката? Нет, хватит с меня адвокатов. Они все могут идти. И побыстрее, пожалуйста. Могут идти, не бывать этому. Придется снова вас задержать, и на сей раз покрепче. Сначала тебе придется поймать нас. Но мы тут не задержимся, в отличие от тебя. Эй, снимите с меня эту гадость. Черт бы вас побрал, мыши-байкеры. Ребята, что бы ни затевал Лимбургер, он скоро осуществит задуманное. Он что-то строит на своем секретном заводе на окраине города. Я не знаю, что это. Но если в этом замешан Лимбургер, вони будет много. Вперед, братья! Включаем рок! Большому боссу это не понравится. Вот она, ваша сырность, бурильная машина. С краденными алмазами в качестве зубов она прогрызет все, что угодно. Впечатляет. Да не маловато ли она? Нет, ее размеров хватит, чтобы превратить Чикаго в открытый рудник всего за один день. Попрощайтесь с Чикаго, джентльмены. Потому что завтра в это же время ветреный город будет унесен ветром. Хватит стоять на одном месте. Пора покончить с этим городом. Крыса к бою! Крыса к бою! Готов бурить, мистер Брыть! Тогда за дело! Ты придержи лошадей, Лимбургер! Ты не тронешь Чикаго, пока мы можем этому помешать. Вы исходите из ложных предпосылок. Видите ли, вы никоим образом не сможете мне помешать, отвратительные грызуны. И присутствующие, разумеется, не в счет. Так-то лучше. Раздави этих жалких тварей. Мы еще встретимся. Рвем к шоссе, братья. Прикончи их. Город гангстеров скоро станет моей шахтой. У меня от этих парней хвост зудит. Даешь мертвую петлю. Держись, Чарли. Вы что, с ума сошли?
Мы не психи, а трюкачи. И лучшие! Да! Это вы так думаете? Мы будто в Китай попали. Гони денежки, а то не получишь ничего. Похоже, там вам самое место. Но где же Лимбургер и та здоровая машина? Боюсь, Лимбургер зарылся в грязь глубже обычного. Закопаться можно, кайф! Развлечение только для взрослых. Экскаватор. Я на вершине мира. Да, превосходно. Идем на Чикаго. Мы могли бы выйти через ту же дыру, что проломили на входе. Ты шутишь? Это же скучно. Веселье кончилось. Смотрите, Лимбургер делает подкоп под город. Жилые здания совсем рядом. Похоже, Лимбургер увлекся тяжелым раком. Значит, надо поторопиться. Подбирайте остатки алмазов и следуйте за мной. Отрадная картина, понятная не всем. Напоминает последние дни на Марсе. Надо доложить высокому начальству. Лимбургер, ну что тебе нужно? Я принимаю ванну с девушкой. Давайте на сей раз опустим приветствие, ладно? При девушке-то. Ну ладно, в виде исключения. Что, хочешь доложить о своем провале? Да? Напротив. В данный момент Чикаго рушится, как карточный домик. Я могу дать 100% гарантию успеха. Надеюсь, в противном случае ты будешь вылизывать мой зловонный сортир своим языком. Не беспокойтесь, тупорылый маразматик. Теперь даже мышам-байкерам не под силу будет меня остановить. О, нет! Машина Лимбургера идет прямо на радиостанцию Sweet George Brown's! Мерзавец! Видимо, он фанат кантри-музыки. Это последняя капля. Теперь я страшно зол. Да, это грязный прием. Этот комок плесени не тронет мое любимое радио. Надеюсь, новые модификации нам помогут. Пора проверить их в деле! Ты прав! По газам! Они правда работают! Просверливают насквозь все подряд! И не скажешь, что это трудно. Скорее, весело! Расстояние не сокращается! Надо перекрыть ему путь! Срежем угол, ребята! Что? Как? За мной! Подземка! Рок-н-рельсы! Следующая остановка – головка сыра. Мы еще не уничтожили эту противную радиостанцию. Прямо по курсу мы сравняем ее с землей. Дальше не надо, Лимбургер. Опять эти проклятые грызуны. Пробури их насквозь. Все, братья, стреляйте вдоволь. Я бы лучше пострелял в машину. Действуй. Эта крыса подожмет хвост и сбежит туда, откуда вылезла. Точно, там от нее будет меньше вреда. Разворачиваемся. Ну что, нагоним страху на это подземелье? Или как? Не туда едешь, сволочь. Поворачивай. Там эти чертовы мыши мешаются. Так разберись с ними. С радостью. Больше всего на свете туннельные крысы любят хорошую драку. Что дальше? Спорим, это плохая новость. Нет, это хорошая новость. Для меня. Видите ли, вас вот-вот уничтожат. Это ваш личный провожатый в загробный мир. Метростроевец, туннельная крыса. Я рву мышек до подмышек. Я вас препарирую. Покончим с ним и хвост пистолетом. И побыстрее, а то здесь радио не ловит.
курильная машина прямо по курсу. Начинаем операцию «Бой быков». Карбункул, они едут прямо на нас. Экстренная эвакуация. Ненавижу этих злосчастных мышей! Пусть здесь поваляется, пока Карбункул не вернет его в ту крысиную нору, из которой он вылез. Ладно, пока крыса в мышеловке, нужно заняться главным вредителем. Сбой системы. Панель управления сдохла. Нет, контроль терять нельзя. Найди мне мэра! Тебе недолго осталось, Лимбургер. Твои дни на высоком посту сочтены. Не торопись. Политика — игра с позицией силы. А у меня в этой игре козырной туз на руках. Нечего не бойтесь, свиньи здесь. Подвести вас — большая честь, ваша честь. Увези его подальше, Винни, а мы тут закончим. Сваливаем! Что? Куда нас везут? Нет! Только не моя башня! Нет! Ой, весело было! Ну что еще? Нет! Нет, 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 нет! Нет, нет, нет! Эй, хорошо-то как! Спасибо, спасибо. Вы, юные герои, спасли не только мою жизнь, но и весь наш город. Да ладно, пустяки. Ничего особенного. Это наш гражданский долг. Нет, я должен вас наградить. Давайте. Давайте. Как насчет контрамарок в оперу? Спасибо, не надо. Ключ от города. Приглашение на бал полицейских. Билеты на парковку. Нет, не стоит. Мне очень жаль, но у меня остались только купоны на бесплатные хот-доги и шипучку. Годится! Будь свободен, как ветер! Да, как ветер! Ты все-таки потерпел неудачу. Что ты можешь сказать в свое оправдание, Лимбургер? И позвольте выразить традиционное полуторкианское уважение. Прошу вас. Сортир, как я и обещал. Доставай язык и за работу! Класс! Бесплатные хот-доги! Шипучка! И рок-н-ролл! Праздник! 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 Притормозите, так просто вы не отделаетесь. Что? В городе бардак. Мы должны помочь людям навести порядок. Но... Детка, мы город спасли. Ты забыла? Разве это не снимает нас с крючка? Если вы добропорядочные граждане, нет? Она права. Работа еще не окончена. Я знал, что драка под землей — грязное дело. Но это уже слишком. Навести порядок в городе родном. Навести порядок, остальное потом. Детский сад. Озвучено по заказу 2x2. Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids.